Готовим еду из мультика. Да, это леденцы из Маши и Медведя. И сначала быстро варим инвертный сироп. Сыпем 300 грамм сахара, льем 130 грамм воды и ждем, пока все расплавится и нагреется до 107 градусов. Это минут 5-7. Сразу вмешиваем треть чайной ложки лимонной кислоты. И инвертный сироп готов. Его добавим в леденцы, чтобы они были прозрачными. Теперь сыпем 110 грамм сахара, 35 грамм воды и 50 грамм нашего сиропа. Доводим до кипения и греем до 145 градусов. Это примерно минут 5-10. Готовую карамель окрашиваем красителем. Льем на пергамент крупные капли, ну и вообще можно использовать любые формы. И вставляем палочку. Готово! Получилось почти как в мультике. Красиво и вкусно. Обязательно целуем Котю.